В Красноярском доме офицеров в честь Дня защитника Отечества прошел традиционный бал. Торжество воссоздавало атмосферу царской России, когда дамы в шикарных платьях и кавалеры в мундирах кружились в танцах. Для гостей играл приглашенный оркестр и выступали артисты. Кроме того, песни военной тематики исполнили сами офицеры. На балу вспоминали и боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину, и звучали тосты в честь отважных военных, вернувшихся с полей сражений. Организаторы говорят, искусственное танцевальное мастерство было обязательно для офицеров в 19 веке. В современной же армии вальс и мазурка не входят в обязательную программу. Поэтому для гостей подготовили мастер-классы. Все желающие со своими спутницами могли обучиться танцу под играс. На бал приходишь не один, а соответственно со своей второй половинкой. Соответственно, и здесь получается именно бал, именно для того, чтобы не только самому отдохнуть, а отдохнуть еще с тем человеком, который обеспечивает всю твою работу, без которого невозможно было сделать ничего. Все, что здесь есть, на груди у офицеров, это благодаря нашим женам. Прежде всего для тех ребят, наверное, которые служат, вот, ну и те, кто уже отслужили в армии, для кого это была цель вообще-то в жизни, и они другой, в общем-то, профессии не представляли, и это очень важно здесь встретиться, пообщаться, поспрашивать, как у кого, как дела, помочь кому-то так вот при этих встречах, встретить своих боевых друзей, это очень важно.